Сегодня мы отправимся на рыбалку в неизвестном направлении, но точно где-то в дельте Северной Двины, на этой чудо-технике. Вот. И в этих замечательных санях Дед Мороз меня доставит к месту лова. Да, Андреич? Да. А вот этот Дед Мороз обещал нам сегодня подарки. Но, говорит, добывайте сами. Говорит, Владимир Владимирович обещал нам опять. Так вот, будем смотреть. Да, да, надо да. Надо план выполнять. Да. Владимир Владимирович, если вы дадите по 15 тысяч, то Юра обязуется установить на отечественный самоходный техник «Рысь» двигатель импортного производства. «Сузука» называется. Ждем, ждем 15 тысяч. Обязательно. Обязательно надо, чтобы с собой все было. Молоток – это самый главный инструмент на рыбалке. Да. Все, поехали. Давай, давай. Утра закинул первую удочку. Бывает очень сильное течение. У меня сегодня 4 лунки. Я сегодня сижу в своей палатке. Ну и на всякий случай я надел сегодня свою шапку. Всем привет. Будет клевать, будем снимать. Первый курюх. Я не знаю, снимать или снимать. Какая-то дыра в небе. Что тут, 10 часов у нас ловит 5 корюшонок. И одна так называемая рявча. Так вот, попалась эта рявча на червя морского. А 4 корюха попалась на креветку. И один большой на прошлогоднего кальмара.
Пока все. 10 часов новости. Еще полчаса прошло. Самое прикольное, то, что повадка пустая. Заходи и бери. Нифига там уже, смотрите сколько. Ничего себе, у него там не серенький сижок лежит. Да. А во лбу звезда горит. Техника на грани фантастики. Это гравицапа ездит без КЦ. Люди скажут опять, у него не работает. Не, мы хотим, чтобы она еще быстрее летала. И привозила нас туда, где клюет. А как ты половил? Десяток корешей. Не могу фига-сига взять это самое. Обманывает, блин. Уже опарышей съел 5 штук. А этих всех на этих на креветку. Хорошего поймал. Вот же гад ты какой, а? Я думаю, что он спрашивает, блин. Он говорит, ну-ка сними меня. Запостить надо. Сейчас такой бас на полке, во, блин. Теперь горбатый! О! Я сказал горбатый! Чётный, чё ты его прячешь-то? Да я тут прямо на эту. Не, о! Вот таких сигов мы не отпускаем. Совесть есть у вас? Нет, вы бессовестны. Ну ладно, поздравляю. У меня такой, наверное, ушел. По зубам давал, держал, ушел. Да, не сижатники мы. Мы в университетах не обучались. Что у него там, нормальный? Страшно. Я, блин, тоже тянул. Да у меня было. Умная не ешкин кот. Не расстраивай меня. Давай настраивай аппарат. Ты уже что-то повернул? Не, еще ничего. Да блин, ну как так? Надо мне достать, это слышно. Народу. Я заверну и буду потом делать дело. Что такое? Ни минуты покоя, никакого ремонта. Никакой рыбалки. Так, тишина кругом. Я сказал, тишина. Звонок особой государственной важности. Не было раньше связи на рыбалке. Вот банк какой-то. Да. Слушай внимательно. Так. 24-го? А вы сейчас откуда, с какого города звоните? А почему 24-го? А если, ну понятно, а если получить? Все? Все, спасибо. А сегодня возможно? До 5 часов успеем. Все, нет вопросов, давайте. Ребята, я все-таки поймал своего первого сига в этом году. Только что. Да. Погулял немножко, походил. Зашел. Чик-чик. И достал. Вот отседа. Со мной шутки плохи. И катаются, ни у кого не ловится. Вода повернула. Сейчас будет поворачивая прибывать. Может, на прибывучу половится. Бухта удобная. Неплохое место для стоянки. Время уже второй час. У нас тишина. И только мимо проезжающий рыбак. Все
сегодня вот так вот скромненько. Не знаю, будет ли сегодня килограмм. Одно радует, кишка поймал. Так-то. Посидим еще немножко. Не хочет рыба ловиться на камеру. Телевидение перевернет жизнь всего человечества. Даже клевать. Становится скучновато. Сегодня мы уезжаем засветло. Много.